Шум строительной техники грянул, как гром среди ясного неба, признаются жители. Некогда в тихой Савинской слободе готовятся вбивать сваи. Но с шумом техники смириться можно, он временный. А вот итог строительства жителей Савинской слободы поверг в шок. Платная эстакада вместо спокойной двухполосной дороги. Согласно паспорту объекта этого железнодорожного переезда, здесь не будет Савинскую слободу, будто делят на две части. Жители перед переездом будут ездить бесплатно в Звенигород, а жители вот этой стороны будут платить за переезд. Или есть альтернатива – это крюк в 76 километров. Такую альтернативу жители 20 населенных пунктов, а именно столько пользуются автомобильным переездом, считают абсурдом. Да и платить за проезд минимум 50 рублей в одну сторону – не по карману. Чтобы услышали – одиночный пикет. Ирина живет на одной стороне переезда, а вот работает на противоположной. Я не могу дома ничего делать, потому что от перспективы вот так вот быть отрезанной, так никто в гости не будет приезжать. Ну кому надо приезжать сюда за деньги? Если по плану строительства разделить Савинскую слободу на две части можно, то жителей во мнениях сложно. Пока одни посменно молча отстаивают общую точку зрения на обочине, на площади собираются жители, те, кто точно молчать не будет. Это в прямом смысле дорога жизни. Местное население вынуждено за продуктами, за услугами, в аптеку, за медицинским обслуживанием. Туда люди на работу ездят, потому что в деревнях нет работы. Здесь находится с этой стороны школа и детский сад. Люди оттуда, прежде чем поехать на работу, везут детей сюда. Здесь лежат у нас тоже вот на кладбище тут герой афганской войны, 90 сантиметров сваев. Строительная техника работает, но мы понимаем, что даже сделав крюк, на кладбище попасть и с этой стороны практически невозможно, если только у тебя нет резиновых сапог. Подрядчика наличие кладбища точно не пугает. Они здесь и живут, и укрепления вблизи могил ставят. Наконец-то мы пробрались к этому месту. Если смотреть, здесь есть временное ограждение, его, конечно, можно убрать. Но здесь есть сваи, и расстояние вкопанных свай от могилы мы сейчас измерим. Расстояние от сбитой сваи до первой могилы составляет 90 сантиметров. Мы, конечно, не специалисты, но можем уже проследить, что грунт уже пошел вниз. Глубина котлована более 6 метров, длина и ширина порядка 15 на 25. 9 дней пикета. Требования жителей остановить стройку и обсудить судьбу переезда. Власть их услышала. По итогам совещания губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение отозвать разрешение на строительство эстакады. Завтра мы документ уже увидим. Это будет официальный отзыв разрешения на строительство. Подрядчику и концессионеру, соответственно, дано поручение остановить работы до момента обсуждения с вами дальнейшей судьбы, соответственно, проекта. Жителям предложат обсудить три проекта: строительство, платные эстакады с льготами для жителей, строительство за счет бюджета Московской области, и тогда проезд будет бесплатным. Третий вариант – ремонт железнодорожного переезда. Мы будем следить за развитием событий. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».